Линейки, посвященные началу нового учебного года, проходили сегодня во всех образовательных учреждениях города. Для ребят школы-интерната номер 7 день знаний особый. Мальчишки и девчонки проводят в стенах учреждения практически все время, поэтому для них каждый праздник важен. Хорошо ходить в форме в школу, нормально, красиво, чтобы сразу порадовать всех, что мы красивые, приятные, никого не опозорить. Стараюсь это все выполнять. А самый у меня любимый урок – это физкультура, математика и информатика. В этом году в школе-интернат номер 7 будет сформировано два первых класса. Всего в учреждении живут и учатся 180 детей. Все они обеспечены формой. Однако для занятий всегда нужны дополнительные канцелярские принадлежности и спортинвентарь. Поэтому в интернате всегда рады помощи благотворителей.